Друзья, приветствую вас на своем канале «Сказы сибирского шамана». Сегодня еще совсем небольшие новости о том, что происходит в гнездах и какие изменения в природе. Вот, немножко отъезжал, приехал сегодня в деревню свою, и меня встретил слеток. Один слеток из основного гнезда. Больше птенцов нету, птенцы улетели. Слетка сфотографировать не удалось. В смысле, и на видео снять не удалось, и даже сфотографировать не удалось. Очень шустрый слеток. Испугался меня, как деранул. Вот, а гнездо пустое. Сейчас я вам его покажу. Гнездо опустело. Все. Довольно большое гнездо было, надо сказать. Свою функцию оно исполнило. Что интересно, дрозды не селятся в одном и том же гнезде на следующий год. Всегда строят новое. Сейчас посмотрим, что на заборах еще осталось. Еще два гнезда. В них еще есть птенцы. Вот они, красавцы. Притихли, чтобы типа я их не заметил. Дванчики буйствуют вовсю. Бороться с ними сложно, я и не борюсь особо, потому что смысла нет. Куда ни глянь, сплошные одуванчики. Вон сколько их.
Так, здесь пока еще есть. Это гнездо под сараем. Вот они, красавцы. Ну тоже скоро уже все разрешится. И эти покинут свое гнездо. Теперь они уже затаившиеся, тихо себя ведут. Все. Сегодня 6 июня, прошло 16 дней с момента вылупления птенцов в первом гнезде. Это вот у нас второе гнездо на заборе. Видите, птенцы выросли. Двое, вчера еще было трое, сегодня вот один остался с леток. Что-то он не может лететь или что там, не знаю. Остальных уже нету сегодня. Вот в обед вылетели. Что с этим, непонятно. Хорошо бы, что он был здоров. И тоже полетел. Последний слеток.
Вот он, вчерашний слеток. Сегодня 7 июня. Последнее гнездо, последний слеток. Гнездо, которое под крышей сарая. Вчера еще были все птенцы, сегодня вот один остался. Что-то сидит, не вылетает. Боится меня. Можно сказать, эпопея дроздов закончилась. Уже 2 часа дня, а он так не улетает. Все зеленое и прекрасное. Все красивое. Вот посмотрите репортаж и поймете, что и в Сибири можно жить. В Сибири тоже очень много интересного. Если наблюдать за природой, если она тебе приоткрывает тайны свои. Ну, по желанию сердца. Кто желает, тому мироздание откроет тайны. Еще надо уметь договариваться с мирозданием, с природой. Можно, например, что-нибудь подарить ей. Пирог испечь. Конкретно матери земли или матери природе, или духу леса. Испечь пирог и отнести его в лес, например, подарить. Знаете, как откликается все. Все живое, все духи откликаются, существа откликаются, духи леса, духи земли, стихиали, смотря кому дарите. Ну вот, друзья, вот такие новости. Эпопея дроздовая завершилась. Значит, 5 июня в основном гнезде был один слеток. Вернее, даже не в гнезде, он был на облепихе. Вот я его не смог снять, потому что он очень шустрый. Чуть позже на втором гнезде, которое на заборе, тоже был слеток. Сидел в гнезде,
А к вечеру выскочил. Я там с ним репортаж снял. Смог его видео сделать. Он сел мне на палец. И некоторое время сидел, чирикал чего-то. Чего-то говорил. Вот. А в гнезде, которое под крышей сарая, там тоже оставался один слеток. Очень долго сидел там. Получается, 2 дня. Вечером 2-го дня он улетел. Где и как, тоже не знаю. Природа очень быстро развивается. Вообще птицы, начиная с вылупления, в основном в гнезде птенцов, прошло 16 дней до улетания последнего слетка. Все очень быстро, скоротечно. Природа буйствует, все цветет постепенно. Красота. Комары нынче мелкие из-за холода, видимо. Пока можно наслаждаться. А когда ветер, такие вообще хорошо сдувает их, они тебя не кусают. Я сейчас совершаю посадки. Честь уже посадил огорода. Осталось огурцы посадить. Некоторые травы. Я много трав выращиваю для питания. Они очень помогают усваивать пищу современную. Прямой репортаж у меня не получится провести, потому что интернет у меня очень слабый и часто вообще исчезает. Не только сигнал интернета, но и сигнал телефона. Пока так. Поэтому репортажи получается с задержкой где-то на несколько дней. Приходите ко мне на канал. Я вас буду радовать новыми сюжетами. Осуществлять разные задумки. Вам будет интересно, я думаю. Задавайте вопросы. Проходите по ссылке. Добавляйтесь в друзья в соцсетях. Оценивайте мои видео. Пишите комменты. Приходите на канал «Сказы сибирского шамана». Ваш сказитель Эрсагатох Чоронкин. До встречи, друзья!